Всем привет! Сегодня я хочу представить вашему вниманию такую вот большую посылку. Это посылка со SportDirect, есть такой сайт английский, там брендированные вещи, очень интересные. То есть вот такая вот большая посылка, пришла почтой DHL, дошла за 3 дня, но там доставка, вот эта вся посылка стоила $200, доставка 35, но дошло за 3 дня, опять же есть за что платить, да, собственно говоря, это не Китай. Хочу вам показать вещи, что я заказал, то есть может кому-то будет интересно. На самом деле здесь разного всего полно, бренды разные, интересные, также известные. Вот здесь у нас, видите, наклеечки DHL, также внутри есть вот столько вот инвойсов на каждый товар, на все. Ну, видно, что подходят люди серьезно к делу, видите, сколько листочков А4. То есть на все, опять же повторюсь, здесь есть инвойс. Давайте тогда пройдемся по товарам, то есть покажу я, что заказывал, что пришло. Сам заказывал первый раз, то есть очень интересно. Вот такой вот рюкзак. Фирма Fabric. Не знаю, знает ли кто-то о ней. Вещи на скидках достаются за довольно-таки приличные деньги. Я ссылочки буду прикладывать. Ну, постараюсь приложить, потому что у них постоянно все меняется, но на что найду, приложу, да, в описании к этому видео. То есть вот такой вот рюкзак, по-моему, за $8 мне достался. Смотрите, какое неплохое качество. То есть довольно-таки хороший, довольно-таки вместительный. Так, здесь он у нас открыт, видите, внутри есть кармашек. Также вот спинка у него пропоролоненная, то есть довольно-таки неплохой рюкзачок. Вот вы все можете сами видеть. Так, давайте дальше пойдем. Также вот такой вот большой рюкзак, фирма скейтерская No Fear. Вот видите, 50% офф, скидки. Ну, постоянно на этом сайте есть какие-то скидки. Опять же повторюсь, что можно найти интересные вещи по интересным ценам. Вот такой вот рюкзак, он довольно-таки большой. То есть так я и хотел большой рюкзак, видите. Также сзади есть поролон на спинке. Также вот здесь вот пропоролоненные вот эти лямки. Карабинчик есть. То есть также довольно-таки интересный рюкзак со множеством отделов, карманов. Прошу обратить внимание. Оп, и покажу его вместимость. Вот, собственно говоря, есть отделение для ноутбука. То есть здоровский рюкзак, на самом деле я доволен. Заказывал чисто по картинке, не знал, что придет, но довольно-таки хорошо. Вот, можете видеть. Один рюкзак, это пумовский рюкзак. Достался он мне за, если я не ошибаюсь, $12, то есть также на скидках, очень здорово. Вот видите, все с этикетками. Он, конечно же, поменьше, но тем не менее он очень приятный такой вид. Также у него пропоролоненный задник вот этот. Вот вы видите. Кармашки, два кармана здесь. Ну, то есть ничего такого особенного, но просто приятный рюкзак за небольшие деньги. Далее это у нас термобелье. В таких вот коробочках. Видите, вот это штаны. Это кофта. Сейчас я продемонстрирую. Оп. Она очень тонкая, и брал я размер М. Хочу сказать, что уже все померил. То есть размер М на меня 1,75 м, 85 кг. То есть надо брать размер М. Подходит идеально просто. Вот видите, медиум. Не знаю, если видно. Вот такая вот кофта термо. То есть очень тонкая. Надеюсь, что действительно будет держать тепло, выполнять свою задачу. Также вот здесь термоштаны. Давайте мы на них посмотрим. Они, собственно говоря, из такого же материала, как и термокофта. Вот такого они вида. Здесь у нас резинка. Вот видите, есть бренд вот этот вот Кампри. То есть производят, занимаются они производством термоодежды. Вот такие вот штанишки. Повторюсь, размер М.
подходит на 1,75 м, очень даже здорово. Так, далее. Опять же, я повторюсь, что это досталось на скидках за очень небольшие деньги, то есть очень здорово. На самом деле по ценам я очень рад за брендовые вещи. Вот такие цены на брендовые вещи, это очень неплохо. Также вот такая вот сумка Кангол женская. Это брал я не себе. Вот такого вот вида. Не знаю, как она будет в носке, но на вид она довольно-таки хорошая. То есть довольно-таки неплохо выглядит. Не дешево. Видите, внутри сколько всяких приятностей для женщин. Такие вот кармашки. Какие-то крепления для косметики, зеркальце даже есть. Также вот такой вот ремешок. Ну, неплохая сумка, Кангол, фирма известная. То есть вот вы видите все сами, я не знаю, если это кожа, скорее всего кожзам. Но тем не менее, сумка выглядит недешево. Вот такая вот сумочка. Вот такая вот кепка, досталась за $5. Также фирма Фабрик, видите, Бруклин. Тоже неплохая, неплохо смотрится. С внутренней стороны козырька, смотрите, также такой рисунок интересный. Это у нас такая вот шапка зимняя. Также досталась мне за $5, если я не ошибаюсь. Пьер Карден вот здесь. Лейба, надеюсь, видно, может и нет. Ну, так я ее мерил, довольно-таки неплохо смотрится. То есть также приятный, хоть это и синтетика, если я не ошибаюсь. Так, вот здесь написано 100% акрилик. Но, тем не менее, приятный материал. И то есть на голове приятно и смотрится неплохо. Вот такая вот шапочка. Далее вот такие вот штаны, $8, зимнего типа, фирма Tap Out. Вот можете видеть, то есть очень неплохие штаны. Я также скажу, что брал размер M, вот вы видите, то есть и размер M подошел очень здорово на меня. Вот такие вот штанцы, очень ими я доволен также. Так, следующее, что я хотел показать, вот такая вот рубашка, фирма Ли Купер, также М-ка, очень приятно на ощупь, очень интересного вида. То есть вот этот капюшон, он также отстегивается, вот вы видите, такая рубашечка, также лежит неплохо. Пуговицы вот эти вот железные. Следующее, это вот такие вот черные штаны, фирма Ли Купер. Также мне они достались до $10, стоимость их была, если я не ошибаюсь. Вид у них довольно-таки неплохой, мне нравится, то есть темный, материал приятный, они не такие толстые, как предыдущие серые, но тем не менее, все равно здоровски. Размер М-ка, вот внутри можете видеть, то есть есть такая баечка небольшая, вот такого плана штаны. Итак, последнее, что в этом мешке есть, это у нас такие вот майки с длинным рукавом. Мне нравятся такие. Сейчас я продемонстрирую. Также фирма Ли Купер. Также стоимость такой маечки до $10. Вот вы видите. То есть довольно-таки неплохая она, я ее мерил, на меня подошла здорово. Размер, опять же, повторюсь, М-ка, то есть все вещи у меня М-ки. Такого же типа маечка, стоимость та же. Тоже Ли Купер.
Вот такая. Майка размер M, tap out. Стоимость ее $5 была. Майка неприятный материал, то есть прикольные принты на ней. Вот вы можете видеть. И носки, которые достались за $2. Также фирма Фабрик. Вот такие вот интересненькие, да, расписные. Ну, за $2 просто интересно было посмотреть, что это такое, что придет, собственно говоря. Так, далее, все, все у нас. Спасибо всем за просмотр, я надеюсь, что видео принесет пользу, кто-то закажет со Спортдиректа. Повторюсь, все ссылочки будут в описании на данные товары, надеюсь, я найду на все товары. Все, всем спасибо, до следующего видео, пока.